Привет. Знакомая штука? Я думаю, если да, то она тебе весь мозг уже изнасиловала. Короче, вкратце, пишу одним дублем. Вообще на пофиг, потому что тут в принципе записывать разговоров не о чем, да? Просто надо рассказать вам всем решение. Сия проблема. То есть при запуске игры вам пишет либо там что-то, как там, все. Не удалось запустить игру, да, что-то проверить вашу целостность данных там и так далее. Пробуйте запустить, короче, Rockstar Game Launcher вот этот. Если у вас вылетает вот такая ошибка, ну, скорее всего, вы это уже все знаете. Все уже облазили, все вот эти видосики вы уже все пересмотрели, искали какое-то решение. Ни хрена вам ничего не помогает. Единственное то, что может помочь, это создание второго профиля в Windows. То есть, скорее всего, вообще из-за чего вся вот эта вот проблема у вас. Ну, это мое мнение. Потому что профиль в Windows в 10 у вас написан русскими буквами. Не знаю, как это работает, вообще не будем вникать, короче, в это. Есть решение, да, создать второй профиль, но это не очень удобно, потому что на втором профиле там все надо заново настраивать, короче, и так далее. Короче, к сути дела. Все ссылочки я оставлю в описании. Просто открываете статью, я там оставлю ссылку. То есть суть в чем? Нам нужно у существующей учетной записи поменять имя. Именно у существующей. И все пути. То есть везде, где только можно, чтобы все поменялось. И все заработает. То есть я живой пример тому. Вот ссылочку на вот эту статью я скину. Ее прочитаете, просто сделаете, как здесь написано. И все. Единственное, что могу сказать. Ну давайте я вам по порядку. Вбиваем в консоль. Не в консоль, а в этот... Угу. В командную строку, да? Вбиваем, активируем учетную запись администратора, заходим через нее, короче, меняем там везде эти имена, запускаем через Windows R Redigit этот. Там меняем вот эти вот все пути, во всех путях, короче, переставляем, меняем имя. Единственное, что могу сказать, когда дойдете, когда там уже будет много-много путей, в папке AppData, по-моему, когда уже будете менять. Я там поменял, наверное, штук 15 и забил, потому что их там просто очень много. В общем, я менял не все, и все нормально. Вроде все работает. Вот. Меняете через учетную запись администратора имя пользователя своего и везде там... То есть не просто так, чтобы поменять в панели управления имя пользователя, это так не сработает. А именно вот по инструкции по этой статье. И все заработает, и заходите в свою учетную запись. Уже самое главное, меняйте на английский, ну, чтобы английским буквам было. И все. И GTA заработает. Ну, в данном случае GTA. То есть это могут быть проблемы с Rockstar Game Launcher этим. То есть все игры, которые там... включаются, то есть с ними могут быть проблемы. Вот такое решение на данный момент рабочее. Просто нахрена это видео? Да потому что никто об этом не говорит. То есть самое рабочее видео, ну, видеогайд, который я нашел, это то, что создать вторую учетную запись. Но это не очень удобно, потому что заходя со второй учетной записи, вам все там нужно будет вводить заново. То есть программки, там, Discord, логин и пароли, там, ОБС-ку настроить, еще что-то. То есть все, как будто вы Windows переустановили. Как бы нахрена это надо? Все, всем спасибо. Пока.